В микрорайоне Академии Риверсайд обезопасить от членистоногих предстоит 7 гектаров зеленых территорий. Концентрированным раствором покроют в том числе траву на берегу реки Миас. В принципе, клещи они просыпаются сразу же после того, как у нас снег растаивает. Поэтому целесообразно перед субботниками обработать от клещей, чтобы их, те, кто субботники проводят, не унесли с собой на одежде. Пока дезинфекторы распыляют акарицидный раствор на прошлогоднюю траву. Как только появится свежая, обработают и ее. Для профилактики подобную процедуру проводят еще и в середине лета. Эффект от препарата в зависимости от погодных условий сохраняется от 2 недель. Во время работы специалистов горожанам рекомендуют не приближаться к месту проведения мероприятий и соблюдать простые правила. На данной площадке желательно 3 суток детям не гулять. А если и погуляли случайно, то помыть, в рот ничего не брать, не тянуть. Ну и за животными тоже следить и смотреть, лапы мыть. Ну и глядишь, чтобы травку не кушали. Если контакт с раствором все же произошел, в этот день рекомендуют пить больше жидкости. Например, чай с лимоном. А вот от молочной продукции на сутки лучше отказаться. Наталья Шмухаметова, Илья Капелин, Урал-1.